сегодня произошла кульминация события, к которому мы готовились больше года – открытие центра «Мой бизнес». Он объединяет на себе ряд площадок, которые были до этого разрознены, находились на расстоянии, что не очень было удобно для бизнеса. Мы централизовали основные услуги. Это МФЦ, окно для бизнеса, это инвестиционный консалтинг, агентство инвестиционного развития, непосредственно администрация, отдел малого бизнеса, инвестиции, структура администрации, которая сотрудничает с бизнесом, и территория бизнеса, фонд развития предпринимательства Челябинской области. Мы работать далее будем единой командой, выстраивать работу с бизнесом таким образом, чтобы помогать, содействовать от идеи до воплощения, до получения первой прибыли и дальнейшего инвестиционного развития. Я считаю, что для такой масштабной, с таким высоким потенциалом территории, как Миасский городской округ, это крайне важно, создание вот такого пространства, создание такого единого окна. Миас – это территория, в которой огромный потенциал предпринимательский, в которой очень классная предпринимательская школа. Мы это видим по тому количеству проектов, которые и уже реализованы, и сейчас реализуются, и будут реализованы, я уверен, на этой территории. Поэтому такие предприятия, такие предприниматели и такая территория однозначно заслуживает того, чтобы здесь было все только самое лучшее, комфортное, красивое, удобное, доступное, полезное для того, чтобы они могли и дальше с еще большей энергией и ресурсами развиваться и делать это место, этот город лучше, красивее, совершеннее и, конечно же, тем самым лучше делать всю нашу Челябинскую область. Сегодня предприниматель, особенно начинающие, для них вот этот барьер преодоления вот этой первой ступеньки очень тяжелый. А здесь, в принципе, приходишь, хорошая доброжелательная атмосфера, подготовленные специалисты, они глубоко в теме, тем более они с администрацией, с сотрудниками администрации организуют рабочие встречи, на которых решаются все вопросы вхождения в бизнес. На сегодняшний день действительно возможности есть, несмотря на эти все проблемы, которые с бизнесом, и их действительно много по всей России у нас тоже, но есть и плюсы в этом. То есть у нас появляется больше финансовой возможности от федеральных каких-то мер поддержки, у нас появляется больше возможностей себя развивать, поэтому... Наверное, это такой период, когда ты либо начинаешь расти и искать, ну, либо ты складываешь лапки, как та муха, которая попала в молоко. Также мы считаем, что интерес со стороны бизнеса к нашему центру будет высокий, так как ранее какой-то такой доступной среды с минимальным расстоянием между властью и бизнесом у нас не было. Но это стандарты, которые продиктованы субъектом Российской Федерации, самой Российской Федерации. Сейчас меняется подход к взаимодействию с бизнесом. Самое главное – это отсутствие барьеров, минимизация каких-то процедур в тот период, когда бизнесу наибольше нужна консультационная помощь, когда нужно понять, куда направляться с проектом, как решать проблемы, где взять контакты тех, кто может в этом помочь. Вот такие коммуникационные проблемы, они на самом деле самые важные, они в самом начале возникают. Если их помочь пройти, то дальше бизнес уже по накатанной действует, и у них, как правило, успешный опыт. 55 проектов в Миасском городском округе инвестиционных на сегодняшний день. Они касаются и туристского бизнеса, и промышленности, и сферы оказания услуг. 21 проект заключено соглашение о сотрудничестве. Это уже предметная работа над проектом. То есть это уже инвестиционная фаза, подготовка к запуску и реализации. Действительно большое сообщество предпринимательства в нашем городе, которые обратились, есть такая потребность по получению государственных, муниципальных услуг, различных мер поддержки, ездят в область, в город Челябинск, поэтому у нас родилась идея все-таки сделать филиал в Миасе,
все-таки сконцентрировать все в одном помещении. Понятно, долго искали мы с главой округа, ездили в различные помещения, муниципальные, не муниципальные, частные. Поэтому принято все-таки решение было сделать в центре, в здании администрации, поскольку это удобно для всех. В реалиях нынешнего времени, мы все это понимаем, не хватает общения. А здесь это не только общение бизнеса между собой, а это еще и получение муниципальных и государственных услуг. И вот когда это можно все сделать в одном месте, это как раз будет именно толчком для развития, для того, чтобы молодые люди или не совсем молодые люди, которые решили так или иначе организовать свой бизнес, понимали, что они придут, их выслушают и подскажут. Поэтому это очень важно для нас, и мы сделаем все для того, чтобы взаимодействие как по структуре МФЦ, по структуре территории бизнеса Челябинск, по агентству инвестиционного развития города Миасса и администрации города, значит, это взаимоотношение, взаимодействие выстроить. Для того, чтобы собрать аудиторию от 30 до 100 человек в комфортных условиях, такого центра, к сожалению, нет. Город небольшой, но при этом центр все сконцентрировано в самом центре. И мы хотели бы продолжить наш проект. У нас есть второй этаж нашего здания, который на данный момент является холлом, конференц-зал для заседаний. Он практически не используется, отсутствует ремонт. И, в общем-то, это пространство по своей конфигурации идеально подходит для того, чтобы его привести в соответствие с современным стандартом. Это будет многофункциональный зал, который можно будет моделировать под разные задачи.